Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам буду показывать, как покупать игры в магазине Origin. Это от EA на примере Battlefield 4. Нажимаем. Ну, выбираем игру. Я буду покупать стандартное издание, потом, скорее всего, еще без вас прикуплю премиум. Ставим в корзину. Оформить заказ. Теперь как можно оплачивать? Можно оплачивать кредитной картой, можно Яндекс деньгами, можно WebMoney, можно PayPal. Я буду Яндекс деньгами. Нажимаем проверка заказа. Тут вам надо войти. Вводим свой логин и пароль. Вот сумма платежа. Яндекс деньгами, например, на платеже. Что это такое? Ну это мне сейчас не нужно. И вводим свой платежный пароль. Сейчас я его введу и к вам вернусь. И нажимаем подтвердить. Так, приложение для iPhone, пин-код. Не знаю, что это такое. Платеж успешно завершен. Так, деньги снялись. Так, что теперь происходит в... это здесь и происходит. Давайте сохраним, подарить другу. Так, ладно, я это сделал уже без вас. Магазин. Вот на сайт магазина. Ваш заказ обрабатывается. Итак, когда заказ обработается, все будет... Ну, игра вам будет загружена вот здесь. А, вот Battlefield 4. Сейчас она будет загружена, потому что я ее купил, заплатил мне деньги. И вы сможете спокойно в нее играть. Все это просто, все это можно сделать... Как я уже показывал, либо банковской картой, либо Яндекс деньгами, либо WebMoney, либо PayPal. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои мнения в комментариях, подписывайтесь к нам в группу ВКонтакте и подписывайтесь на мой Инстаграм. Всем спасибо.